Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Детол, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Ребята, всем привет, у нас сегодня Черепашки-ниндзя и очередная ПВП-шечка. Мы играем за команды, которые вы нам, дорогие друзья, рекомендуете в комментариях, и мы готовы, первый состав. Так, ну что, первая команда у нас Раф из Видения. Так, Раф из Видения, где же у нас? Да. Тигриный коготь. Тигриный коготь. Тигра, тигра, тигра. Сейчас мы найдем его. Да. Сплинтер. Сплинтер. Сплинтер, да. Майки из мультика. Майки мульт. И Карай. Фу, и красавица Карай. Ну что ж, мы готовы к бою. И уже перенесемся с него, да? Посмотрим, да, кто будет нашим противником. Тоже противник у нас. Кстати, игра, друзья, если вы хотите таких же героев, как и у нас, пишите нашему подписчику. Ссылка будет в описании к видео. Уточняйте условия, как их получить, и играйте в удовольствие. Да, ребята, ну а мы начинаем наш бой. И у нас Микеланджело первый. Давайте попробуем Стокмана Флая вынести. 1976, неплохо. Добиваем. Бам, дважды, отлично. Мощная, мощная атака у нас. Карай. Ну что ж, давай Карай по Карай, да? Вот так вот, Карай по Карай по Карай. Да, сейчас она ее вынесет первого раза. Я думаю, да. Да, это точно. Критический урон у нас, ну, у нас просто, ну... Бомбическая команда, и здесь тяжело проиграть. Ну, конечно, конечно. Ох, смотри, даже не с первого удара. Сплинтер, учитель Сплинтер, ну, точно его добьет. Конечно. Всех осталось двое, только Кейси и Майки из фильма. Ну что ж, по одному. Ну, тигриный коготь-то у нас не силен. Не силен, да. Тысячу урона все равно по Кейси нанес. 35-й левел. Да. Преимущество в левеле, конечно, большое. Так, так, лечится у нас. Лечится, да? Наш Микеланджело из фильма. Подлечился немного. И двойная атака под Кейси. Раз. Даже одной хватило. Слушай, ну нормально, нормально так. Карай, нужно уничтожать слабо. Что будет делать Майки из фильма? Атакует тигриного когтя, но всего лишь один урон, но это ерунда. Да, это, конечно, слабенько-слабенько. И добиваем, ребята, добиваем. Отличный выбор команды, отличная победа. И что ж, мы собираем кубки и поднимаемся на новые вершины. Ой-ой, 21 место уже. Да, 21 место, но мы в 5% лучших. Ну да, но я думаю, сейчас поднимемся уже со следующими командами. Все-таки противнички очень легкие. Так, и следующая наша команда от наших подписчиков — Донни из Видения. Так, давайте его найдем. Донни из Видения, да. И Раф из фильма. Хо, отличный состав. Две восьмидесяточки, я думаю, они точно должны справиться. Донни максимальный дамаг выдаст. Все стабильно. Да, ребята, все супер. И надеемся, что будет противник хоть мощный. С вами против нас будет Хан, Бакстер Стокман, Мутагеноид, кто там еще там? Крип и Донни из фильма. Неплохой составчик у противника, но по сравнению с нашим это просто детский лепет какой-то. Конечно, конечно, ребята. Бам! 6800 и нет. С первого удара, ребят. Я думаю, Бакстер Стокман тоже с одного удара вынесет. 8400, слушай, еще даже лучше. Это, конечно, круто, ребята. Круто, такое преимущество у нас, конечно, колоссальное. Массовую атаку Мутагеноид использовал. Крип, что будет делать? Ага! Скорость атаки понизил у Рафа из фильма. И, к сожалению, вынужден только его атаковать. Да, спровоцировал на себя, но я думаю, один молот ему... Да. Прилетел прям куда нужно. Хан! Что будет делать Хан? Понижает нам... Броню. Броню, защиту нашу. Ну, надо в ответочку ответить. Ах ты, слушай, даже не с одного удара. Ну, потому что у нас приуныл, Рафи приуныл. Ох, и Мутагеноида тоже мы не смогли с одного удара вынести, так что еще две атаки нам придется провести. Раз, и Рафи. Ах нет, слушай, Хан атакует. Хан атакует, но промахивается. И Раф у нас добивает Хана в любом случае. И мы побеждаем, ребята. Шикарный состав. Даже интересно у нас играть получается. И что, поднимаемся на новую вершину. И мы теперь на 14-м. Ничего себе. Отлично. И что у нас выпадает? Выпадает тайна. Тайна загадочная. Что же там появится такого неожиданного? Да ничего, даже карточка никакая не выпала. Да, следующий это... состав. Так, следующий состав. Антон Зек. Антон Зек. Сейчас я его найду. Антон Зек. Где наш Антон Зек? Да. Бибоп. Бибоп. Да.
Так, и Бибоп. А, из... подожди, это не того... Бибоп из фильма, все правильно. Два Бибопа. Два Бибопа? Слушайте, у нас есть Бибоп из фильма, мы не делали еще на него обзор, но... Да, ребята, вот так вот, сейчас первый раз. Первый раз мы его вам покажем. Да. До этого мы еще ни разу за него не играли, в принципе, не изучали ни его способность, ничего. Но он прям такой красавец. Да, ребята, но он, видите, у нас не полностью прокачан, поэтому мы еще не делали на него обзоры. Да, но в ближайшее время, я думаю, у нас на канале появится. Да. Так, ну что ж, Антон, запускаем массовую атаку. Пух, неплохо. Да, мы делаем массовую атаку, потому что у нас Антон 50 да, не прокачан. Так, попробуем, что это за граната? Это массовая атака, что ли, какая-то? Да, видимо, да. Ух, слушай. Сильно, да, ребята. Не ожидал, что так Бибоп легко разделается. Ему, кстати, массовой атаки реально не хватало, по крайней мере, из мультика. Вот очень, да? Ну да, согласен. Так, и Антон. Нет, Антон не смог. Бибоп из фильма. Самый обычный атак. Во, слушай, ох, красиво, ты, да? Красиво, да. Прорисовали прям атаку такую. И Бибоп из мультика добивает. Да, ребята, мы побеждаем. Отличная победа, отличный выбор команды. Кстати говоря, хорошо, что у нас... не прокачанные из фильма эти персонажи, можно ими поиграть в PvP, кстати говоря. А как только мы их прокачаем, мы сделаем на них обзор. Конечно, обязательно сделаем. Так, следующий состав. Так, Кейси Джонс. Кейси. Да. Раф из мультика, да. И Антон Зек. Опять Антон Зек, да? Опять за него будем играть. Антошку выбираем. Так, это не тот. Стоп. Подожди, вот наш Антон Зек. Мы готовы к бою. И понеслась. Да, у нас подбор противника, ребята. Ну, опять у нас герои прям топовые, а вот у противника, я думаю, как всегда будет да, что-то. Да, как всегда, слабоватенькие будут. Кирби-мыши, этот, крысиный король, острозуб у него, кто еще? Крис Брэдфорд и Рафа из фильма. Ну что же, давайте первого попробуем Кирби-мышь вынести. Так, выносим Кирби-мышь. Опа, почти, кстати говоря, надо добивать. Так, Антон Зек, мы теперь можем использовать массовую атаку 50-го левела у нас. Ему простительно, можно это сделать. Да, можно сделать, потому что он не сразу всех уничтожит наших противников. Раф, мы можем сделать провокацию, и он потихоньку всех будет на контратаках уничтожать. Да, я думаю, с первого раза. Такие слабенькие противники, ребята. Ух, не сдобровать. Раз, минус один. Теперь Рафа из фильма пытается нам нанести хоть какой-то урон. Хоть какой-то. Да никакого урона. А вот ему досталось тоже как нормально. Да, так. Крис Брэдфорд повышает атаку у своей команды. Вернее, у двоих. Не поможет. И разряд. Разряд по Крису Брэдфорду. Ну-ка. Ну что, с первого раза... Да, есть. Слушай, даже Кейси справился на удар. Так, ну что же. Ах, никак не получается. Ну, слушай, 50-й левел, от него что стоило ждать? Вот так вот, ребята, Рафи у нас добил. И мы побеждаем. Спасибо вам за хороший выбор команды. Так, а мы уже наверняка скоро зайдем в топ-1. В топ-1 процент, да. Есть, мы в топ-1, да. Топ-1, у нас колесо мастера открыто. И мы получаем... Да ладно! Эпический! Это впервые! Мы первый раз выиграли, да? Вот просто да, такого, ребята, не было. Первый раз у нас на видео открытие эпической колоды. Это что-то с чем-то. Мы такого ни разу не было. Мне даже прям вот... Да, интересно прям. Это интересно реально. Так. Кто ж нам выпадет там нашей первой эпической колоды, которая нам... Ну... 2-4, ага, хорошо. И Макмен! Макмен выпадает у нас. Ну, у нас он уже есть, поэтому выпадает дубликат. Да. Блин, круто, да? Вот реально просто... Шикарно, ребята, шикарно. Первый раз у нас такое за столь долгое время. Реально, за столь долгое время мы все пытались, выбьем ли мы или нет, но, видишь... Именно в этот момент, когда мы перешли из Сигуна в Мастера, почему-то такое произошло какое-то. Эпический пак. Ну, ребята, вы у нас давно просили, чтобы мы открыли вам на видео эпическую колоду. Пожалуйста! Вот мы вам и открыли, да, да, конечно. Вот мы открыли колоду. Таким образом, но ничего страшного. Ну, дорогие друзья, спасибо вам огромное за просмотр. С вами был канал Detol. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.
И до новых встреч. До скорых встреч, ребята. Пока. Пока.